стулья, вы что здесь делаете? А-а-а! Подписаться не влезло, окей. What? Йоу-йоу, всем привет, с вами снова Кейн, но это ненадолго, потому что сегодня я не буду Кейном, сегодня я буду столом. Именно так, сегодня подписчик под ником Гадагет скинул мне карту с под названием Побег стола, и здесь мы будем играть за стол. Я не знаю, как это будет выглядеть, но звучит очень интересно, и лобби выглядит довольно-таки профессионально, поэтому мне кажется, это будет довольно-таки интересная карта. Сегодня мы, по традиции, посмотрим карандаш или лаваш. Я надеюсь, вам понравится сегодняшний видос, вы поддержите его вашим пальцем вверх. Ну и рандомный комментос перед началом у нас залетает от Мульти Молния, который пишет: «Я сижу и делаю уроки, Кейн выкладывает новое видео, я ничего, одну двойку переживу». Плохо, не надо переживать двойки. Знаете, насколько это круто сделать все дела, сделать все уроки, все, что вам нужно сделать, и уже после этого сесть и спокойно смотреть Кейна. Насколько же это круто, друзья, поэтому давайте так не будем, иначе, ну, я как бы себя не очень буду хорошо чувствовать, друзья, и за меня люди двойки получают, так не надо. Поэтому, друзья, что ж, я думаю, самое время приступать. Давайте уже наконец-то читать, что, где, куда. Правила, давайте посмотрим. Это опять, я ж забуду вставить ссылку, как же мне... возьми книгу, чтобы скопировать и перейти по ссылке, посмотреть видео автора. Автор не я. Стоп. Стоп, погодите, почему здесь 100 страниц? Зачем? Стой. Что? Что? Ты еще пожалеешь. Не делай этого. О, нет. О, нет, я хочу это сделать. Что? Хватит, прекрати. Нет, я тебе отвечаю. Точно ничего. Я не верю. Там же ничего не... Я не верю. Так, 30... Что? Что-то написано? Зачем ты листаешь? Ну, я хоть... Там что-то есть! Так, так, и... О, все-таки они были там, правила, йоу. Окей, играть в приключенческом режиме, автоматически подражать кнопки старт, хорошо. Читерить в случае багов крайней необходимости, хорошо, я вас понял. Поставь настройка графики непрозрачные листья, то есть быструю графику, окей. Ну нифига себе, таких правил мы еще раньше не видели. А что здесь у нас, подсказки, окей, смотреть не будем. Дальность прорисовки, чем больше, тем лучше, хорошо. У меня 10 стоит, не очень много, но поставим 18 и также сделаем графику фаз, чтобы листья были непрозрачные. Вот это были правила, вот это было весело. Окей, хорошо, мы поняли. Так, что у нас здесь? Создатель карты Гадагет. Спасибо тебе большое. А здесь у нас принимается любая критика. Первая карта на командных блоках. Опять первая карта, друзья. Йоу, что ж происходит такое? Друзья, на, поставь лайк, подпиши... Ты кто такой? Друзья, ну если вы не поняли, поставьте лайки, подпишитесь. Здесь у нас ничего, здесь у нас не барьерные блоки. Я думаю, самое время... Что здесь делают растяжки, вы видите? Вы видите, они прямо передо мной летают. Нажимаем старт, друзья. О! Стоп, я стол. О май гад. Погодите, я реально стол. О, я реально стол. Я реально стол, друзья. What? Так. Так, и это Канеус. Так, Канеус здесь записывает видосы. Походу, мой хозяин ушел из дома. Самое время сбежать. Поэтому давайте посмотрим. Эх, этот Кейн. Как же он мне надоел. Сколько же синяков он мне оставил после своих видосов. Я так больше не могу. Я переверну все его картины. И мы уходим отсюда. Так, подписчики Кейна, я надеюсь, вы здесь со мной. И вы будете следить за моим побегом из этого ужасного дома, где я подвергался избиениям на протяжении последних нескольких лет. Так, я надеюсь, что мы сможем отсюда сбежать. Давайте посмотрим, что у нас здесь внизу. О, это кухня Кейна. В холодильнике, как всегда, пусто. Может, стоит поискать здесь. Так, ну да, мы знаем то, что Кейн, как всегда, у него все пусто. Что у нас здесь? У нас есть ножницы. Возможно, мне это поможет. Ножницы, надеюсь, они помогут мне разрезать паутину. Кстати, как они вообще там оказались? Это нужно будет спросить у Кейна. Хотя, надеюсь, мы это делать не будем, потому что я не хочу его больше никогда видеть. Что ж, забираем картоху, что у нас печки. И, конечно же, ничего. Эх, этот Кейн ест свою пыль и больше ничего не делает. Ладно, так, давайте посмотрим. Здесь у нас что-то здесь еще есть. Это холодильник? Это холодильник или... Окей, у нас есть зажигалка, у нас еще гнилая картоха. И здесь мы не можем открыть. Можем печенька бесконечности. What is this? Замечательно. Замечательно. Так, теперь у нас есть ножницы. Я думаю, нам теперь стоит пойти наверх и разрезать паутину. Для чего? Наверное, для того, чтобы... забраться в этот сундук. У нас есть палка вышибалка, которая может сломать железную дверь. Замечательно. Мы уже очень близки к тому, чтобы сбежать из этого дома. Есть ли здесь еще что-нибудь интересное? Вроде бы нет. Так, где у нас железная дверь? Я где-то ее видел. Она была внизу. Этот дом Кейна, как я его ненавижу, какие плохие воспоминания он мне оставил.
Уходим, друзья, уходим. Подписчики, я надеюсь, вы останетесь со мной. Забудьте про этого Кейна. Он ужасный человек, он не переставал меня избивать. Я просил, чтобы он перестал, но он не переставал. Даже когда он не записывал видос, он иногда меня бил, и это... А ты кто такой? Что? Ты кто? Это стул Кейна? Погодите. О нет, я перестал ломать дверь, черт. Так, наконец-то. Кто ты такой? Ты кто такой? Вы кто такие? Стулья, вы что здесь делаете? А-а-а! Ау! Стулья, нет, я ваш, я же мебель, я тоже мебель. Так, уходим, друзья, нам нужно срочно уходить. Что это такое? А, погодите, что, мне еще что-то нужно. Да, отстаньте от меня. Куда нужно идти? Что нужно делать? Я не понимаю, погодите. У нас есть печенька, возможно, печенька их нужно избить. Давайте, ау, я умираю. Так, я не могу до них дотронуться, я не могу. Как мне отсюда выбраться? Погодите, друзья, я что-то упускаю. А где, куда ушел второй стул? Я чё-то ничего не понял. Ничего не понимаю. Что же нужно от меня? Отстань, уйди, стул. Так, походу мы что-то не нашли, друзья. Что-то мы не нашли. Он идет со мной. Нет, ау. Нет, не трогай меня. Не трогай. Так, я кое-что придумал. А, он тут, что ты здесь делаешь? What? Походу он оставил после себя охранников, которые должны будут следить за мной. Единственное, что я придумал, это то, что нам можно разломать вот эту железную дверь, но я не думаю, что за ней что-то будет. О нет, что же мне нужно делать? Друзья, я не могу, стоп, я ударил по нему. Все-таки есть хитбоксы, так где они? Нужно было бить чуть выше просто, друзья. А это еще что здесь делает? Алло? Окей, прощай, дом Кейна. Только мне бы выжить. Найс. Окей. Возможно, это выход. Возможно, это как раз таки... Привет, я старый стол Кейна. Я от него сбежал и оставил тебе способ сбежать, хорошенько спрятав вещи от Кейна. Я пришел сюда, долго пытался пройти паркур, но не мог и постоянно падал. Да-да, я сказал лабиринт, он у тебя за спиной. В итоге я прекратил попытки. Может быть, у тебя получится это сделать. Удачи. Надеюсь, у тебя получится это сделать. Отомсти Кейну за меня. О, хорошо, что старый стол Кейна помог. Помогает мне в том, чтобы я смог сбежать. Что у нас здесь? Вроде бы ничего. Так, спасибо тебе большое, стол, старый стол Кейна. Чекпоинт свет. Желтый, красный. Хорошо. Чекпоинт. Как? Погодите. Как? Я первый раз паркурю, друзья. Быть столом и паркурить — это не самое легкое дело, которое я когда-либо видел, потому что ты как бы не очень хорошо видишь блок, который находится под тобой, и... Но это не проблема, потому что я очень-очень много видел, как Кейн паркурит, и я от него научился, поэтому я думаю, у нас получится, друзья, я думаю, у нас все получится, главное, верьте в меня. Спасибо за внимание. Так, ну, друзья мои, куда нам вообще здесь нужно, я не понимаю, окей, погодите, начинается дичь, так, то есть, мы прыгаем на этот блок, теперь мы прыгаем на вот этот блок, и теперь-то куда? Здесь невидимые блоки, или что здесь, вы думаете, я допрыгну до того стержня, я не думаю, что я до него допрыгну. Или все-таки допрыгну, только нужно очень сильно постараться. Окей, хорошо. Так, прыгаем сюда. Теперь прыгаем. Вау, молодец, стол, молодец. Твои четыре ноги тебе реально помогают. Так, теперь мы прыгаем на этот стержень. Это очень сложно быть столом и не видеть то, что у тебя снизу твоих ног. Вы это все и так видите, друзья. Вы, наверное, спросите меня, стол Кейна, а почему ты бьешь стол? Но на самом деле я не бью стол, я бью сам себя, потому что это уже привычка, друзья. От нее уже никак не избавиться. Столько лет избиений мне приходится бить самого себя, когда у меня что-то не получается. Так, хорошо. Где? Я упал. Где этот блок? Я не вижу его. Я реально его не вижу. Я просто не вижу, но мы попробуем. Так. Вау. Фу, у нас получилось. Так, у нас 5 смертей. Теперь мне нужно понять, куда дальше.
Теперь я так понимаю, сюда. У меня очень даже хорошо получается, несмотря на то, что я стол, друзья. Как вы думаете, я заслуживаю вашего пальца вверх на этом видосе? Потому что теперь я буду владеть каналом Кейна, потому что без стола он ничего не сможет сделать. Так, теперь я так понимаю, нам сюда. А теперь-то куда? Я не вижу, я просто не вижу. Сюда. Хорошо, 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 хорошо. Так, теперь... Вау, можно было проходить это все без вот этого. Просто прыгнуть на эту лестницу и все. Так, теперь. Раз. Два. Три. Стоп! Я... Окей, окей, я нажал на плиту, все хорошо, чекпоинт здесь, и я умер, но я жив. А тут что происходит? Кто-то мне объяснит, невидимый блок или опять... Что? Куда? Что, где? Там чекпоинт следующий, погодите. Да, я так и знал, это невидимые блоки, невидимые барьеры. Теперь мы идем назад, замечательно. Теперь мы идем вот сюда, понятно, понятненько. Прикольненько, теперь мы идем вот сюда вперед. Здесь у нас тупик, мы идем левее. Может быть правее, может быть. Куда теперь? Куда теперь? Куда теперь? Куда? Куда? Стоп, здесь тупик. Я... А, я понимаю! Погодите. Мы должны все понять. Я думал отсюда... Нет. Так, на ощупь, друзья. Так, здесь тоже. Я не понимаю. Я не понимаю. Погодите, окей. Мы идем сюда. Мы идем назад. Мы идем. Хорошо. Мы идем теперь сюда направо. Теперь мы идем немного вперед. И вот здесь, мне кажется, нам нужно совершить прыжок. О май гад. О май гад. Только теперь опять нужно прыгать. Только я не знаю куда. Как мне на ощупь-то понять? Я. Окей. Хорошо. Хорошо. Очень хорошо, только... Это невозможно. Это нереально. Погодите. Вы видели, что произошло? Я сам не увидел. В этом-то весь и прикол. Погодите, вы видели, я нажал на эту кнопку. Давайте еще раз. Смотрите, когда на нее нажимаешь... Да нажми-то на нее, ну нажми, ну стол, ну давай, стол. Нажал, да как я не нажал, погоди, друзья. Как только, да, сейчас, ждите. Это, когда нажимаешь на эту кнопку, походу появляются все эти невидимые блоки, все их позиции. Только как мне теперь бы на нее нажать-то? Я нажал. Я ничего не увидел. Ладно, пробуем еще раз. Там вроде бы должно быть не все так сложно. То есть мы идем назад, мы идем направо, мы идем вперед. Тупик. Прыжок. Я не попал. Это нереально. Я не понимаю, почему так все сложно это должно быть? Зачем? Такой-то паркур такой сложненький, такой сложный. Ладно, ничего страшного, пробуем еще раз. У меня как-то получилось дойти почти что до вот этого чекпоинта. Почти что. Так. Не вовремя нажал! Окей. Так. Где может быть следующий блок, друзья? Где же? Не там. Ну, смотрите, зато я понял, что можно сделать вот так. Нет, примерно. Смотрите, сколько смертей я уже нафармил, друзья. Погодите, куда я только что прыгнул? Я прямо вот взял отсюда и куда-то прыгнул. Только вот я немного не понял, куда. Куда-то вот сюда. Сейчас мы допрыгнем. Сейчас все будет. Стоп. Yes! Ай-я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 й. Дальше что? Что это? О, окей. Почему здесь-то есть подсказка? Но там ее не было. Боже мой, сколько времени я потратил. Ну, смотрите, теперь. Раз. What? Это что сейчас было? Это что такое? Что это? Что это за троллинг? А, погодите, я понял, это не то, что она показывает невидимые блоки. Я понял, это не подсказка. Нужно быстро пропаркурить. Смотрите, раз, два. What? Я это сделал. Я откуда знал, что... Попробуем еще раз. Раз.
Прикол в том, что я не вижу, куда я прыгаю. Я не вижу под собой. Еще раз, давайте посмотрим. Первый сюда, потом туда. Окей. Погнали. Раз, два, три, четыре. Ох, лабиринт. Если будет трудно, F5 в помощь. Выход отмечен черным бетоном. Ладненько. Друзья, мы смогли. Что там такое у нас было? А, кусок карты. Мы смогли, но это заняло очень много времени. И как же сложно паркурить, когда ты стол. Ну ладно, ничего страшного. Самое главное то, что мы смогли. Мне кажется, лабиринт... Ну, я не думаю, что он будет супер-супер сложный, супер длинный. Недавно у нас был очень-очень плохой лабиринт. Очень плохой лабиринт, который занял у меня очень много времени. Это было очень ужасно. Но, да ладно, давайте посмотрим. F5 в помощь мне было написано, но я надеюсь, нам не понадобится использовать F5. Вроде бы тут немного супер таких тупиков, больших, длинных и так далее. Поэтому давайте посмотрим. Мне кажется, я не продвигаюсь вперед. Стоп, я прошел. Что это? Стоп, погодите. Черным бетоном. Там же было написано. Ну? Алло? Так, только не говори, что карта сломалась. Это же выход, да? Погодите. Ладно, F5. Немножко читерим, потому что... Вы видите? Это реально выход? Погодите. Что там подпи... Это реально единственный выход. Я больше не вижу здесь черных блоков. Кто видит? Я нашел выход. Я его нашел! Почему он не работает? Или все-таки нужен... Да нет. Погодите. Это должен быть он. Почему он не работает? Там уже нету. Там одни стены, одни лабиринты. Вон там мы начали. А вот это конец. Вот он. Ну почему? Так, окей, я подсмотрел в креативе быстренько, что там за команда прописана в этом командном блоке. Сет-блок... Погодите, я понял, почему он не работает. Потому что автор забыл. Он просто прописал сет-блок и координату. Он не написал, какой блок. Я так понимаю, это редстоуновый блок. А, погодите, серьезно? Редстоун-блок. Он забыл дописать команду. Окей, что? Я опять в доме Кейна? Как такое могло произойти? Ладно, может повезет в следующий раз. О, это был конец. Йоу. Блин, стоп, как он мог забыть? Как он мог забыть прописать до конца команду? Он прописал только координаты. Он не... Ладно, это вообще не проблема, чувак. Это не проблема, потому что так как я профессионал, я все понял, что там в чем была проблема. Что у нас здесь? Подпис. Ребят, если вы все еще не подпис, то вам полный пи... Ладно, неважно. Крутой Кейн. Кейн вернул нас, себя обратно домой. Но, друзья, я... Был столом, но теперь перематываем. Всем привет, друзья, снова Кейн. Я надеюсь, вам понравился этот выпуск, где я играл за стол. Подписаться не влезло, окей. What? What? Это типа я подписался так на канал? Окей, друзья, это была очень крутая карта. Йо, это 10 из 10, это очень интересная идея, мы реально играли за стол. Хотя было не очень удобно проходить паркур за стол, но сама идея просто шикарная. Карта сделана сама тоже очень-очень круто. Единственное, вот, друзья, давайте мы посмотрим Game Mod Creative. Вот смотрите, друзья, мы туда снова полетим вместе с вами. Я хочу вам доказать, что это не я не сломал карту, я не читерил, все было правильно. Вот он, командный блок, видите, здесь было прописано сет-блок и координаты. Не было написано редстоновый блок. Но ничего страшного, я понимаю, вот это редстоновый блок или какой-то, знаете, не знаю. Но, друзья, это было очень необычно. Погодите, а что у нас здесь? Это наш дом Кейна. Что вот это такое? Это начальное лобби наше, точно. Я надеюсь, вам понравился сегодняшний видос. Вы поддержите его вашим пальцем вверх. Не забывайте оставлять комментосы, подписываться на канал и жмякать на колокольцы. С вами был Кейн плюс Стол. Всем пока.